Приветствую вас, дорогие друзья. Меня зовут Петров Андрей, и мы продолжаем делать тест нашей волшебной таблетки Fuel Kit для экономии топлива. Для того, чтобы вы понимали целостность всей картины, в простонародье это дожиг топлива. Почему нам ставят катализаторы? Потому что в камере сгорания газ, бензин, дизель не успевает на 100% сгореть, и остатки его догорают именно в катализаторе, не загрязняя окружающую среду. Что делает Fuel Gift? Он помогает сгорать топливу, газ, бензин, дизель, именно там, где ему положено, в камере сгорания. За счет этого увеличивается мощность вашего автомобиля, движок поет хорошую песню, на клапанах нету никакого нагара, и свечи вам служат дольше, тоже нету никакого нагара. Ну и давайте же теперь посмотрим, какой расход экономии топлива получили наши друзья. Дело в том, что всего несколько человек получили этот продукт на тестирование на разных автомобилях. Даже на автомобилях премиум-класса, лакшери, там как угодно, кто как называет, комплектации, лимитед, там еще, это советские машины, машины западного производства, то есть дорогие, за более чем за 15 миллионов рублей, то есть понятно, да, абсолютно на всех машинах мы это тестируем. Ну, еще раз, давайте посмотрим, чего добились наши друзья. Ребят, всем привет, на связи ваш друг Николай Турушев. Уже второй день тестирую новый продукт Fuel Gift, который получил от наставника, от Андрея Артуровича. Я третий человек в мире, который сегодня это делает. И, ребят, фиксирую. Смотрите, 4,3. Расход 4,3, ребят, это турбодизель 2 литра. Почти 200 лошадиных сил. Ребят, это фурор, ребят. Приглашайте сегодня в прямой эфир в 17:00 Москвы больше гостей. Именно приглашайте своих мужей, родных, близких. Ребят, это фантастика. Академия запускает такой продукт. Я под таким впечатлением, ребят, нахожусь. Нам с другом предложили тему. Скидка за счет технологии на любой заправке мира в среднем 20%. Получается, каждый пятый бак выходит в подарок бесплатно. Естественно, мы в это не поверили, потому что со 100 литров каждый пятый бак это в Европе $100, в России это 5000 рублей. Получается, в Казахстане это 40 000 тенге. Вот такая вот фишечка. Только сейчас с Америки прилетела, вот мы находимся в Иркутске, военная разработка. Видите, с таким напылением. Ну, поедем тестировать с продуктом, что получится. Приехали на заправку. Вот автомобиль моего друга. Значит, можно либо питание кидать в пистолет, либо в бензобак. Все, закинули. Заливаем полный бак, будем тестировать. Автомобиль Камри. Сейчас посмотрим, что будет в итоге. Ну все, поехали. Автоматически, когда заводим двигатель, расход обнуляется. И как раз сейчас замерим, сколько от аэропорта до Ангарска будет расход в среднем. До этого мы уже замерили без клеточного питания Fuel Gift. Выехал в аэропорт, начинаем тестирование. Вот расход 10,7, через 50 километров замерим, сколько расход, и по этой же трассе поедем обратно. Ну все, приехал в аэропорт, расход получился 7,1. А сейчас сделаем замер с продуктом. Как сказал Гагарин, поехали! Продолжаем путь. Едем, вот вы видите, в черте города.
6 литров пока расход, проехали 8,8 километров, горки, как вы понимаете, иногда светофоры, пробочки небольшие. Посмотрим, что дальше будет. Въехали в город. Получается, два города, смешанный режим. Сейчас 6,1. Там расход был до этого 7,1. Здесь мы груженные. Получается, 15% экономию мы в среднем получили с первого бака. Будем тестировать дальше. Неплохое начало. Ребята, вывод первого теста. Мы не поверили. Мы взяли продукт и проверили. С первого бака 15% ровно получилась у нас экономия благодаря продукту клеточного питания Fuel Gift, топливо в дар. Напомню, что вы смотрели в этом ролике и видели, что за мной друг поехал из города Ангарск, город Иркутск, сделал замеры, где расход был 7,1 литра. Он ехал ночью. Режим был, скорости всегда одинаковы, не было светофоров, не было пробок. Он встретил нас троих, то есть он ехал, был не груженный. Он взял нас троих и взял три сумки. Мы заправили клеточное питание и сбросили, получается, расход. Поехали. Несколько было небольших пробок. Несколько было светофоров, и машина была груженная. Что получилось? Получается, смешанный режим, два города, трасса. Получился расход за место 7,1 литр, 6,1. То есть 15% экономия с первого бака. Мы будем продолжать тестировать, и вы ждите наши впечатления. Хочу сейчас попробовать на своем BMW. Также мои друзья попробуют на BMW. У меня BMW 750 Li. У друга, у одного тройка. У другого тройка. У жены у меня тоже BMW. Вот. Также есть у нас Toyota, Land Cruiser. И посмотрим, как это работает у большинства моих друзей. И я потом буду рассказывать и делиться опытом. Но если 15-20% будет с каждого бака экономия, а может быть 25, то мне это выгодно. Во-первых, это деньги, это с каждого, каждый пятый бак бесплатно. Плюс меньше тратишь денег на ремонт, на свечи, на расходники разные, потому что машина работает правильно. Все-таки это питание для техники. Выводы пока делать рано, но первые впечатления невероятные. Этот продукт я привез сейчас из Казахстана. Мне его привез мой друг-миллиардер с Америки. Я первый человек в мире, кто держит этот продукт и тестировал, потому что это последняя разработка 2021 года. Сейчас предстарт и запуск будет официальный в 2022 году. Вы можете стать дилером в своей стране, в своем городе и представлять нашу компанию и зарабатывать деньги на топливной теме. Клеточное питание для машин, для техники. Это военная разработка, улучшенная на сегодняшний день. Денег здесь, конечно, много. Но это мы с вами обсудим в следующих роликах. На связи с вами был Андрей Шаура, президент и основатель Академии «Успех вместе». Действуем и побеждаем! Друзья, привет! На связи Сергей Столбов, и это вторая серия нашего эксперимента. Сегодня 4 ноября, День народного единства, всех поздравляю. И мы с Наташей, с моей супругой, вдвоем совершаем марш-бросок до Байкала. То есть это будет чистый эксперимент, в котором мы используем наши витамины, которые вчера вы видели, я закинул одну четвертиночку, залил 21,96, ну практически 22 литра, и мне этого объема должно хватить до Байкала и обратно, но при этом мы уже успели, конечно, 20 километров по городу совершить туда-сюда езду. Крутой, крутой вид. Друзья, ну что,
Динамика потрясающая, я просто в восторге, такое впечатление, что это на самом деле 95-й или 98-й бензин. А машину приходится даже иной раз сдерживать, потому что она идет просто как заряженная. Я водитель, я со стажем, и на этой машине я уже 5 лет практически, и я ощущаю, кого, 6 даже, я вот именно ощущаю сейчас вот такой драйв, такую тягу, вот она идет в гору. Раньше мне для того, чтобы попасть в эту гору, надо было включить вот такой режим овердрафт. А здесь сейчас не надо, она сама спокойненько залазит, хорошо. А ощущение, как будто другой автомобиль, честное слово, вот его как будто подменили. Хотя я все время раньше тоже пользовался подобными продуктами, но этот явно чувствую по-другому. Ну вот и закончился наш тест. Сегодня 4 ноября. Сейчас время 9:22 местного времени. Мы проехали практически около 280 километров. И практически это все произошло удивительным образом на 22 литрах, которые мы заправили. Это фантастика, но я хочу показать вам сейчас, как выглядит мой прибор, который показывает наличие топлива. Вот именно так лежала стрелка на третьем делении, когда я заправлял 22 литра. И после этого мы поехали. Это, конечно, феноменально, это фантастика. Я еще посчитаю, сколько это будет в цифрах. Экономия точно есть, и я, конечно, в восторге. Плюс я почувствовал невероятную динамику автомобиля. Он такой, знаете, как молодой, как другой совсем автомобиль. У него его рвет прямо, чувствует, что его надо сдерживать. На тех горках, где мне раньше приходилось включать овердрайв, да, допустим, потому что не тянул мотор, сейчас он просто летит. Я его все время сдерживаю. Поэтому тест удался, я в восторге. И всего лишь 1/4 части витамины Fuel Gift, топливо в подарок. И я получил свои 20% экономии топлива. Я получил свои 20% топлива в подарок. Благодарю. Супер. Я очень рад. Благодарю. Удачи. Взял 1/4 таблетки, бросил в пистолет заправщика и вставил в бак. Пошел, оплатил 1000 рублей. Мне на заправке залили 21,96, практически 22 литра. И я обратил внимание, что до заправки у меня стрелочка пролежала на 4-й риске снизу. После она убежала на 5-ю сверху. И я начал свой пробег. Мы с супругой сели вдвоем в автомобиле. Поехали по трассе Ангарск-отель «Маяк». Можете забить расстояние, и вам покажет Яндекс-навигатор, что это ровно 120 километров. 120 туда, 120 обратно. Итого 240. Должно хватить мне 22 литра. По идее, нет, потому что раньше мой расход был 10 литров. Но посмотрим дальше. Итак, но когда мы поехали туда по трассе, по обычной дороге через поселок Пивовариха, мы обнаружили кордон военных, которые закрыли дорогу, потому что до этого была авария самолета и практически дорога закрыта. Нам пришлось совершить возврат. Итого петля, которую мы совершили не запланированно, еще 20 километров. Итого получается 260. Плюс мы по городу еще заехали с заправки в два места по магазинам. Ну, это примерно было еще 15-20 километров. В результате мы прошли 260-280 километров на этой заправке. По возвращении в Ангарск я обнаружил, что опять стрелка вернулась на 4-ю риску снизу. То есть практически мы использовали все топливо, которое залили, 22 литра. И я посмотрел, сколько мы проехали. Это было где-то 260-280 километров. Но поскольку нам нужен чистый результат, поэтому 20 километров убираем, это погрешность. Итого, мы проехали 260 километров на 22 литрах. Значит, делим, получаем 8,4 литра. Круто! Вообще результат непревзойденный. Я такого результата не имел никогда. Хотя секрет у меня есть один. Я пользуюсь топливными технологиями уже 10 лет. Я люблю это дело, потому что они дают мне хорошую экономию, хороший выхлоп, хорошую динамику автомобиля.
Но здесь я получил вообще невероятный результат. Динамика фантастическая. Я сел, и он поехал. Ему 20 лет автомобилю 2001 года. Он вел себя как новый. Как супруга даже говорит, смотри, Сережа, как она едет. Просто как новая. Раньше мне приходилось ее разгонять до сотни. Теперь она сама разгоняется до сотни, и мне ее приходится сдерживать. Тем более вчера были опасные условия вождения, потому что выпал снег, гололед. Было ночью минус 18, а днем минус 12. И вот этот перепад, немножечко скользко. И все ехали аккуратно, и мне все время приходилось ее сдерживать, понимаете? Поэтому динамика меня очень порадовала. Ну и результат. Если я говорю, что я пользуюсь много лет уже вот этим продуктом, и с этим продуктом, с витаминами для топлива, я получал 10 литров расхода, и я считал, что это самый роскошный результат. Я им гордился, я рассказывал людям, и они у меня покупали этот продукт. Но сегодня я испытываю еще более крутой продукт. Это новое поколение активаторов топлива. Вы представляете, как оно работает? Еще большая эффективность. Практически мы получили результат, если взять соотношение 10, которые у меня были, расход, и 8,4 сегодняшний, то это снижение на 19% с первого бака. Итак, давайте подведем итоги. Что же я получил в результате? Первое. Я получил динамику. Отличную динамику, я ее почувствовал. Я кайфанул как водитель. Я думаю, каждому из вас это будет важно. Дальше. Второе. Я получил экономию 19%. То есть такой путь 260-280 километров на 22 литрах я не проезжал никогда. Вот представьте, я получил какие плюсы. Я в восторге сам, в восторге моя супруга. Кстати, почему автомобилю? Потому что если посмотреть, что происходит с автомобилем, то у него абсолютно чистая выхлопная труба, можно пальцем провести, и у вас не останется след. Это говорит о том, что у вас абсолютно чистые клапана, у вас абсолютно чистые поршни, чистая внутри камера сгорания. И это говорит о том, что ваш автомобиль может служить дольше. Кстати, если вы верните свечи, они будут абсолютно сухие, абсолютно чистые, без нагара, без сажи. Круто! Я не знаю, что еще сказать, а больше ничего говорить не надо, потому что я говорю вам, давайте пробовать, давайте тестировать, давайте использовать эти технологии, и вы получите свое удовольствие и свою выгоду. С вами был Сергей Столбов. Команда Академии Успех Вместе, мы зажигаем, это круто, и мы хотим, чтобы вы воспользовались всеми технологиями, которые мы используем. А у нас сегодня не только клеточное питание для автомобиля, есть клеточное питание, мы запускаем для стирки, и мы запускаем клеточное питание для человека. То, что позволяет быть стройным, энергичным и быть в состоянии долгожителя. Человека, который является эйджмейкером, то есть сам себе продлевает жизнь, сам создает свою жизнь. Мне кажется, круто, вы чувствуете мои эмоции, мою энергию, я вам желаю добра, успехов, и говорю вам, успех вместе это круто, успех вместе это мое, успех вместе может быть и вашим. Заходите на портал «Успех вместе». Всем добра, уважаемые автолюбители! Цена на топливо растет, всех уже вот так это достало. И мой друг с Америки на днях мне привез подарок, называется «Fuel Gift». Военная разработка. Сказал, что благодаря этой технологии каждый пятый бак в среднем будет в подарок. Я, конечно, в это не поверил и решил лично проверить. Почему это важно для меня? Если каждый пятый бак будет в подарок, то это большой вклад в наш бюджет семейный. Плюс это защита техники. Меньше будем тратить деньги на ремонт. И если этот продукт работает, можно зарабатывать на нем деньги, подключая автолюбителей, людей, кто пользуется бензином, дизелем, газом. И эта военная технология, работает или нет, мы сейчас с вами проверим первыми в мире. Погнали, делаем тест на BMW 750 Lite.